понимает, что советский легковой полноприводный автомобиль ГАЗ-67, который выпускался в нашей стране с 1943 по 1953 год, имеет два удивительных рекорда. Весной 1952 года экипаж на машине ГАЗ-67 сумел забраться на гору Эльбрус, а летом этого же года другой экипаж уже работал на этой машине на полярной льдине станции Северный полюс 2, где долгие-долгие годы перевозил продукты и грузы. Смотрим. Музей Зельцовка, филиал музея города Новосибирска. Мы музей, посвященный истории развития Зельцовского района. И в нашей экспозиции находится необычный экспонат. Это ГАЗ-67, командирский вездеход. Он был найден на местах боев, буквально в болоте. Его оттуда вытащили, восстановили и привезли сюда, к нам, в город Новосибирск. То есть семья Симушиных сама реконструировала этот автомобиль. И теперь он находится в нашем музее, как вот такой интерактивный экспонат. На самом деле, редко где можно такое встретить, участника непосредственно боевых действий. При этом к нам в музей он заехал своим ходом и теперь вот радует глаз посетителей.